Игра ангела и беса. Сны Вероники. Автор – Артем Александрович Рыженков. Она потеряла абсолютно все, оставшись одна, наедине со своим самым страшным кошмаром. Сны постепенно просачиваются в реальность, полностью подчиняя ее разум. Но однажды ей суждено проснуться, ведь в этом бытие у каждого своя роль. Ссылки на эту книгу вы найдете в описании к видео.